В гостях у Елены. Приветствуем вас, дорогие наши подписчики, друзья наши. Вы на канале «В гостях у Елены». И сегодня мы хотим отснять с Артемом для вас видео о новом нашем участке. Этот участок находится напротив нашего дома, недалеко. Мы его в этом году будем разрабатывать. Мы вам рассказывали, что мы выбирали теплицу, выбрали уже. Теплица большая, 12 на 4 ширина и 12 длина. Вот. И здесь, вот на этом участке, мы будем выращивать растения. Вот именно с прошлого года, ой, со следующего года, мы и хотим начать, как бы, ну, я хочу начать заниматься торговлей всякими растениями. Именно с следующего года, если Бог даст, все хорошо будет. Ну и Артем мне будет помогать. Ну, что, Артем, скажешь? Всем привет. Ну, вот такой вот счастье нам привалило. Это не весь наш участок. Да, наши, половина ровно. Наши тут 10 соток. Ой. Вот. Вот сегодня приезжали геодезисты, мы пометили точки, чтобы не ошибиться. Ну, дел тут много, что-то конь не валялся. Но оно вспахано, но не барановали ничего. Да, половина просто перевернута в том году было. Ну, будем заказывать. Трактор, барановать, равнять. Да, вот с понедельника уже буду звонить, нам уже, наверное, будут где-то, может, к среду привезут, да, теплица, так. Уже готовая теплица будет. Ну, не знаю, будем звонить, как они там, по графику. Ну, мы так уже договаривались, я договаривалась же. Единственное, что меня напрягает, а Лену нет, это то, что столбы вот эти вот нам счастье привалило. Ну, столбы — это ерунда, их и можно и выкопать, или вообще оставить, что они, это же участок, мы дом строить-то не будем, будем просто выращивать растения здесь. Ну, вот когда будут пахать, будет небольшая проблема, наверное, вот, вокруг него не, ну, тогда будут ездить, не смогут внутрь. Да ладно, это ерунда. Ну да, так, ну вот что, вот тут начнем. Да, теплица будет стоять вот именно здесь, потому что вот здесь напротив прямо у нас дом. Вот. Тоже свет сюда. Вот уже как бы смотрели заказывать, провести. И будем ставить забор. Вот так. Ну сначала и, конечно... Спашем, забаронуем. Угу. Потом, ну, это поставим, да, теплицу. Ну а дальше и до забора дело дойдет. Да, все постепенно. И свет. Обязательно. Ну да. Ну а так что? Руки есть. Ну и, конечно, если Бог даст, все хорошо будет, это не одна теплица, мы еще поставим. Потому что для такого, ну, хорошего масштаба, для выращивания на продажу растений, овощи, они, конечно, занимают очень большую площадь. Вот. Поэтому как-то так. Что? Ну, я не знаю, будешь что-то. Ну, сейчас, наверное, это, заснимем, да, канал. Заснимем сайт, покажем, где мы заказывали. Да. Вот, в двух словах, ну, просто я вам покажу, что за сайт, что там есть, какие варианты. Там почему нет, именно там понравилось нам, мы смотрели много сайтов. Ну, ну и, конечно же, отснимем еще, когда приедут они, да? Я тоже хотел сказать, когда покажем. Приедут, сама установка, мы будем снимать ее. Да, чтобы вам было интересно. Да. Ну и вообще, как будет время. Будем показывать, что вот прям вот с самого нуля. А, да, кстати, да. Ну и посмотрим, что с этим участком будет там через год, через два. Да, вот прям возрождение, как говорится, земли на ваших глазах будет. Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя поступали видео, чтобы были в курсе всех наших дел. Отсняла я еще видео о нашем саде, огороде, как все перезимовало, как первоцветы цветут. Вот, потом еще... сниму чуть позже. Теплицу сниму завтра. Так что будет интересно, да, Зай? На этой земле раньше были, как здесь называлось, большой огород. Вот здесь картошку сажали. Два огорода здесь было, собственно. Вот эта вся территория была поделена. Ну, как обычно, это сзади домов. Вот.
Потом много лет это все вот так вот стоит уже, ну, больше 10 лет точно, да даже больше, не 10, лет 15-20, наверное, все это вот в таком виде. Вот. Вот только вот соседка переваливает землю, чтобы борщевик не рос, хотя он все равно растет. Вот. Ничего, поработаем, не будет расти. Да. Ну вот, надеемся, плодородная земля будет, отдохнувшая. Плодородная, конечно, тут да. Сколько не сажали лет. Ну вот мы кучку в помощь купили. Да, вот у нас земля тут и торф, все потихонечку подвозим. Вот, для того, чтобы в теплицу. И здесь тоже будем разбивать. По чуть-чуть, не весь год, не в первый год все это будет делаться. Это будет делаться понемногу, не спеша. Вы спросите, а что же у вас участок большой там с домом и не делаете? Ну, просто не хочется колхоз разводить на участке. На участке должно быть красиво и чисто. Если есть такая возможность выйти со своей калитки и зайти снова напротив, прямо еще в свой участок, почему бы нет, да, Артем? Дома мы хотим, чтобы было красиво, чтобы были цветники, чтобы у нас там есть уже одна теплица, не особо очень нам и хочется, чтобы она там была. Потому что хочется, чтобы было вокруг дома красиво. Сад, газончики, цветочки. А здесь такая зона у нас будет промышленная. Вот, ну все, пойдемте смотреть канал. Сайт, да. Чудо я канал сказала. Очень крепко, да, называется. Он нас сразу этим и купил. И на самом деле посмотрели, и там все нормально. Сейчас увидите сами. Итак, снова здравствуйте. Вот она. Вот он сайт. Значит, называется сайт очень крепко. .ru. Все просто. Вот. Очень крепко. Гарантия 10 лет. Телефон, вот он, работает круглосуточно. Так, ну давайте посмотрим, что тут предлагают. Вот есть каталог. Фермерские теплицы, грядки, парники, акции, скидки. Вот, теплицы. Есть арочные с вертикальными стенками в форме капли. Есть куча всего для теплиц. И парники, и грядки, и брусы, и форточки, автоматы, крепежные ленты и много всего прочего. Так. Ну что, наверное, давайте вот такую теплицу заказали мы. Усиленный вариант. Что, я обратил внимание на что? У них много всяких бонусов они предлагают. Например, вот фундамент или доставка до 50 километров от МКАД. Подарок до 17 апреля, скидка 3%. Можно зафиксировать зимние цены с бесплатным хранением до 1 июня. Вот, ну, все тут сразу есть цены. Можно добавить там дополнительную форточку. Вот она сразу пересчитывается. Там автомат для проветривания. Вот. Мы посмотрели по другим сайтам. Ну, тут действительно недорогие теплицы. По сравнению с другими. Гарантия 10 лет. Вот на усиленный. Я сейчас покажу. Вот такой вариант. Вот они сдвоенные дуги идут. Вон. Так вот она выглядит. Значит, сдвоенная дуга идет, одна чуть тоньше, другая толще. Соединение в виде краба на четырех болтах.
Позволяет, ну, если простая теплица там 230 килограмм выдерживает на метр квадратный, то это выдерживает до 800. Короче, 800 килограмм она держит. Можно еще фотки посмотреть. Вот такой вариант крепежа у нее. Вот она уже готова. Вот на маленьком фундаменте, на брусе она стоит. И вот форточка. Ну вот она. Также они их могут укомплектовать автоматом. Вот он, для открывания форточек. Это разделенное внутри на зоны. Но это уже, по-моему, по кругу пошло. А, вот изнутри с форточкой. Все. Ну вот, двойная арка. Оцинковка внутри и снаружи. Улучшенный крепеж на четырех болтах. Плотный карбонат 4 мм с защитой от ультрафиолета. Но мы заказали, так как мы зимой будем ее использовать, мы заказали 8 мм. А вообще они могут до 10 мм установить поликарбонат. Официальный гарантийный талон на 10 лет. И вот комплектация какая. Две двери, две форточки в торцах теплицы. Поликарбонат, фурнитура, ручки, крючки, петли. Инструкции, гарантийный талон. Вот минимум, который они предлагают, это вот две форточки, ну и собственно вход-выход. И поликарбонат. Ну тут есть много вариантов. Вот капелька, например. И тоже вот 10-метровая капля шириной 3,5 метра стоит 45 тысяч. Ну, вообще это дешевле, конечно, чем у других производителей. Вот. Также вот есть теплица под заказ. По вашим размерам изготовят, установят. Они же могут установить, они же их изготавливают. Вот. То есть вот можно заказать бронирование теплиц на весну. Хранение на складе у них бесплатно, чтобы успеть вовремя ее поставить, то есть зимой забронировать, летом обговорить день и установить. Вот, доставка. Доставка на транспорте до 180 километров от МКАДа. Своим автотранспортом. От МКАД первые 50 км бесплатно, далее 40 рублей километр. Но, ну, точно что просчитать, нужно позвонить и договориться и рассчитать. И сборка. Стоимость сборки входит. Ну, тут все расписано, все предельно ясно, с фотографиями, с таблицами, со всякими. Вот. 10-метровую теплицу стоит собрать 11 тысяч рублей. Ширина до 3 метров. Вот. Ну, все понятно, телефоны есть,
писать есть куда, вот почта их. Также они есть ВКонтакте, в Одноклассниках и на Фейсбуке. Вот. Ну все, сайт работающий. Это, кстати, показатель. Ну, для меня, во всяком случае. А то бывает зайдешь, и ну, криво, косо как-то все отображается. Ну, значит, не уделяют внимания своей, можно сказать, витрине. Ну, если они и сайту не уделяют внимания, то так же и с остальным часто бывает. Вот. Вот Мария тут все пытается помочь. Хотя мне помощь не нужна пока. Вот распродажи есть. На разные теплицы различные распродажи. Капельный полив в подарок вот к теплицам, стрелка и квадратная. Розыгрыш теплицы даже есть. Ну, в общем, нужно заходить на сайт и смотреть. Много здесь всего. Еще раз повторю. Сайт называется оченькрепко.ру. В одно слово. Вот давайте. Вот у них есть отдельная страничка, где рассказывают о заводе, где производят. Вон даже с фотографиями. Большое достаточно производство. Вот. Все тут подробно расписано, как, что. Без посредников. Каркасы придут прямо от производителя. На все теплицы у них, повторюсь, гарантия 10 лет. Ну, наверное, что еще сказать? Вот отзывы можно почитать. Отзывы, ну, вот то, что есть здесь. Я еще в других местах, на сторонних сайтах, прошу прощения, на сторонних сайтах смотрел отзывы. Вот, они тоже все в положительном таком ракурсе. Вот. Хотя тоже косяки вот бывают. Не хватает двух креплений, которые стягиваются болтами. Собрали без болтов, но потом извинились и привезли. Ну, то есть все мы люди, мы ошибаемся. Человеческий фактор, он никуда не девается. Но фирма готова, если что-то как-то пошло не так по ее вине, то готова исправить ситуацию. Ну, вот это мне тоже нравится. Тем более сейчас сезон. Они там вообще на разрыв, наверное. Сейчас ставят, много народу закупает. Вполне могут забыть два болта положить. Ничего страшного, особенно если привезли и все установили. Ну и вот тут есть фотографии уже установленных теплиц. На разных участках разные варианты. Ну, пожалуйста, можно посмотреть, какая как выглядит. Вот даже проверка прочности теплицы. Ну, дядечка такой килограмм 100 весом, если не больше. Нормально стоит. Вот, ну вот, много-много всего. Так что заходите на сайт, смотрите, выбирайте. Мы уже выбрали. Вот. Будем ставить. Ну и вам будем рассказывать. И показывать.
Всего доброго, спасибо вам.